из двух участков, они попросили отправить их за щелку. Вот. А за, с ним больше никто не мог, даже главный жрец не мог заходить. Да. Один фараон. Да. Или фараон, или жрец. Вот здесь фараон он попросил, чтобы на подход открыл, она отпустила, открыли дверь, и здесь это он молился, это молитва, хорошо, для богина подход. Здесь он сделал для гафонии, приятный пахнет, приятный дым, дымка, хорошо, для очень большой ниш из дерева, это был из дерева, и там поставлено золото, как и для Тутанхамон в Египте. Мафилоги в древнем Египте про это. Говорите, что был Бог земли, назывался Жив. Он Джир. Он решил жениться на богине Неве Ну. И они родились две боги, сын и дочь. Бог Шу, это воздух, ветер, ветреный бог. И дочь, это была богиня Тефнут, была богиня мокрая, поэтому они стали ее богиня влажность.